Обязательно надо надеть маску. Меры по противодействию коронавирусной инфекции действуют и в отдаленных селах. Здравствуйте. Хлеб есть? Есть. Местный? Местный. Сегодняшний? Сегодняшний. Дрожжиновский. Дрожжиновский. Спасибо большое. Вот говорят, что в каждом районе свой вкус хлеба. Вот Дрожжиновский, он невероятно нежно пахнет. Хочется вдыхать его больше и больше. В этом районе говорят, что урожай не только рекордный за последние несколько лет, но и за последние несколько десятилетий. На гербе Дрожжиновского района почти тот самый пшеничный каравай. С высоты поля, как лоскутное одеяло. В традиционно аграрном районе хранилища зерна заполнены доверха. Тут те самые закромата родины. Да, это пшеница, вот... И озимая пшеница тут у нас, и яровая пшеница. Во время сбора урожая, пока на полях работали комбайны, в управлении решали задачи по логистике. Куда девать, вместе найдешь? И принимали покупателей. Каждый день вот до 100 звонков по телефону. И с Краснодара звонят, и с Ростова звонят, и с Ульяновска звонят. В этом году республика собрала рекордный урожай, приблизившись к планке в 5,5 миллионов тонн зерновых. И это в зоне рискованного земледелия, где и солнце не так ярко светит, и ветер высушивает землю. Вот мы последние годы ведем технологию влагосберегающую, влагонакапливающую. Это углубление походного слоя. То есть вот зимние, осенние осадки накопить как сундук запаслись, и критический момент, оттуда уже корневая система растения потребляет. Это первое. Второе, мы по внесению минеральных удобрений. Если не вносить удобрения, если нет питания, в целом Татарстан может себя 15 центнеров собрать. Технологии на языке аграриев по формированию урожая позволили природный потенциал земли увеличить практически в 2 раза, а по некоторым хозяйствам и в 4. В лаборатории по оценке качества зерна новый урожай не только буквально разбирают по зернышкам и разбивают даже на ионы для определения содержания пестицидов. В этом году, вот, видимо, тоже это связано с большим сбором зерна, да, нового урожая. У нас на сегодняшний день, то есть по договорам даже, да, составлено уже на 171% больше, то есть договоров, чем в предыдущем году. Приходят к нам не все. Крупные, конечно, агрофирмы к нам обращаются. Также мы работаем непосредственно с элеваторами, хлебоприемными предприятиями. Лаборатория в Казани единственная для нескольких регионов. От Ульяновска до Самары и Саратова. Выданные сертификаты качества – это пропуск за границу. Татарстанское зерно идет в Иран, Турцию, Таиланд, Нигерию, Саудовскую Аравию. Если такое случится, что продукция, например, ушла за границу, и в ней обнаружились какие-то карантинные объекты, то это, во-первых, удар по имиджу страны, потому что фитосанитарным сертификатом мы ручаемся за свою продукцию. И, во-вторых, это финансовые потери для той и другой страны. Через лабораторию проходит только часть урожая. Это не значит, что хлеб прячут от оценки. Присвоение более низкого класса не всегда потеря. Хозяйства ориентированы или на инвесторов, которым не всегда нужна хлебопекарная пшеница, и она тоже хорошо продается, или на запрос покупателей по налаженным рынкам сбыта. Например, КФХ в Дрожжиновском районе несколько лет поставляет ячмень в Германию для пивоваров. Осенний контракт у нас каждый год. По запросам Татарстана, чтобы прокормить саму республику, надо в 1,5 раза меньше, чем собрали в этом году. Всего около 3 400 000 тонн зерна. Около 400 000 тонн мы съедаем. Пшеница идет на хлебозаводы. 500 000 хозяйства оставляют на семена. И 2 300 000 – это потребности в фуражном зерне. Во время уборки самые первые караваны груженных КАМАЗов встречались с цветами и музыкой. В Актанышском районе в разгар страды сдали новый элеватор. Руководители хозяйств сейчас говорят о необходимости и перспективах создания машино-тракторных станций. Это, конечно, продовольственная безопасность. А продовольственная безопасность сегодня определяет и обеспечивает работники сельского хозяйства Республики Татарстан. И наш комитет профильный постоянно эти вопросы держит на контроле. Многие программы, ряд законов мы инициировали. И сегодня идет такая работа, созидательная, я бы сказал, работа. Наверное, мы полагаем, сегодня надо поддержать научное начало.
Безусловно, нужны селекционные мощные центры. У нас хорошие базы, хорошие ученые, образовательный центр. Но селекционные центры, они должны быть оснащены. Требуется поддержка. На опытной площадке НИИ сельского хозяйства зеленеют всходы экспериментальной озимой пшеницы и ржи. Им предстоит перезимовать под слоем снега, выстоять против болезней, набрать силы и в конце июля дать урожай. 100 лет назад у нас главные культуры озимая рожь дала примерно 4-5 ситнера. Сегодня потолок наших сортов составляет 50 и более ситнеров. К 50-му году у нас должен быть более 9 миллиардов населения. Вот к этому времени урожайность должен быть в мире 46 ситнеров получаться. Сейчас на полях республики около 58% пашен засеяно сортами Татарского научно-исследовательского института. Одна из последних разработок – сорт «Зеланд». Два крупных хозяйства уже выпустили его на поля. Вопросы есть, вернее, задают, а надо ли столько хлеба? Вот сегодня товаропроизводитель или собственник земли работает, чтобы зарабатывать деньги, так ведь? За пределы Татарстана, по нашим расчетам, пределов 1,5 миллиона тонн будет уходить, то нетрудно посчитать, если сегодня цена около 10 рублей, какая выручка наши производители получат, реализуя, обеспечивая себя, реализуя за пределы нашего региона, столько получат денежной выручки. В уже знакомом нам хозяйстве большой цельни выручкой от части проданного урожая намерены перекрыть текущие нужды и кредиты, а на большую часть в хранилищах повесят замок на несколько месяцев. Пока не будем продавать, все равно зерновые спрос будет, подорожание будет. Вот этого момента, вот этого периода мы ждем. В эти дни аграрии не отдыхают. Битва за урожай 2021 года уже началась. Землю воронят и закладывают питание на разноцветном ковре татарстанских полей. Темные лоскуты уже вспаханы земли, и зеленые – это всходы новой пшеницы, хлеб из которой появится на наших столах ровно через год. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Андрей Кузьмин. «Семь дней». Thank you.